Ну, еще раз здравствуйте, мои хорошие. Я уже закончила работу на улице. Нет, я ее, конечно, не закончила, но думаю, что хватит, иначе я буду без рук, без ног. Две кучи нагребла, земля еще замерзшая, и не все счищается. Ну, и очень захотелось кушать. Думаю, пойду-ка я что-нибудь приготовлю себе, а то ничего нет готового. Решила сварить суп. У меня были крылышки. Три крылышка бросила туда. Там лук, морковка. Разные пряности вот всякие вот такие вот я покупаю для курицы. Потому что я курицу в основном готовлю. Прованские травки очень люблю. В общем, насыпала там разных. Куркума там еще у меня. На сковородку нарезала капусту. И посерединке там морковка замороженная. Замороженный кусок морковки. Ну, вот она почти уже это самое. Это я освободила эту горелку для того, чтобы сварить себе кофе. Вот. А что кушать буду, сейчас я покажу. Только вот хочу показать, что я собираю в этом году шелуху. Не надо будет мне ее покупать. Вот так, надо прикрыть эту самую кастрюльку. Пусть это крылышки варятся. А потом я туда, когда они сварятся, я тогда туда добавлю вермишель. Ну или у меня спагетти, я их просто поломаю. Картошку я не добавляла. Будет такой вот легкий куриный супчик. И потом, конечно, надо газовую плиту чистить, мыть. Вот. Как всегда. А на обед у меня, девочки, а на обед у меня вот что. Потому что ничего готового нет. Нет, но есть колбаса копченая, есть. У меня есть селедочка, есть в этой самой баночке. Можно было, конечно, сварить пару картошин. И с этой селедочкой даже вот стала о ней говорить. И мне что-то прямо слюнки потекли, захотелось мне. Но я так устала на огороде, что я подумала, что вот, перехвачу вот это вот. Сейчас полью майонезиком. Вот такой вот у меня майонезик. И сварю чашечку кофе. Вот кофе я, конечно, очень хочу. Очень хочу. Сначала думала, пойду сварю кофе, пойду сяду в беседку и там его попью. Но я так присела немножко, а шмяк мой прибежал ко мне и на колени. Ну, я так посидела, не хотела его сгонять. Но потом говорю, шмяка, надо уже идти домой, надо что-то сделать. Поэтому у меня сегодня на обед яйцо под майонезом и кофе. Ну, а потом, если когда сварится суп и стушится капуста, тогда, может быть, можно будет еще поклевать чего-нибудь. Я вам покажу в окошко, что я там сделала. Ой, окно надо мыть, окна надо мыть, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вон, видите, там вот куча лежит. И не знаю, получится ли видно. Нет, за кустом, за этим не видно. Там куча в три раза больше, чем это. Вот эти вот елки от забора обломала там в эту самую кучу. Все сейчас высохшее. Когда у нас еще морозик, то все это такое сухое. Вот бы это вот туда вот подальше за перголу поднести б и зажечь. И сжечь бы это все. Но, честно говоря, я как-то немножечко боюсь. Не знаю, может, Вася тут появится. У него пенсия 17-го. Он тогда в город приезжает. Может, появится. Тогда я его попрошу, чтобы он мне это спалил. Ой, ой. А что, ой, ой, это кофе. Это кофе готов. Вот. Какой черный этот раз сделала. Какой сделала черный. Поем, выпью кофе, и можно будет отдыхать на сегодня. Все, пока все. Яйца я, конечно, варила не для того, чтобы их сейчас съесть. Я вчера купила пол батончика и хотела сделать бутербродики. Такие, знаете, с чесночком,
пожаренный батончик, сверху майонезик и яйцо порезанное. Но так как мне сейчас хочется есть, я съем просто отдельно вот так вот. И вот этот вот красивый черный кофе. Доброе утро, мои дорогие. Я уже выпила кофе, пришла, посидела, посмотрела видео. Утро начинается с видео Марины. И она вот как вот прямо специально показывает каждый день, показывает бассейн, море и свой этот матрасик надувной. Сначала я не знала, какой он, потом Марина показала, все, я теперь прямо не могу, слушайте. Я его уже забросила в этот, в корзину себе, но только не такой, не этими самыми, розовый с полосочками. И хочу, но он же у нас стоит 40 рублей, это так дорого. Так дорого, и вот думаю, нет, не надо, я обойдусь своим кругом. Посмотрела там у круга что-то тоже, какая-то уже есть такое пятнышко выдавленное, наверное, чтобы оно не лопнуло. Вот хочу этот круг, и никак не могу отжалеть этих 40 рублей, это дороговато. Может быть, он и хороший, но не знаю, вот. Каждый вечером думаю, нет, не надо. Утром встаю, Марина опять в бассейне со своей надувашкой. И опять мне это хочется. В принципе, мне бы надо было. Я тоже, как и Марина, плавать не умею. Но мне вот нравится, у нее там бассейн такой классный, совсем мелкий какой-то. А обычно бассейны 1,50 м, 1,70 м. А у меня-то рост всего-то 1,50 м. Вот. Куда мне? Я плавать не умею. Я не умею плавать. Вот. Ладно, девочки, надо выпить таблетки. Как всегда, вот утро начинается. Вот. Так, а это чего? Кверх ногами. Вот такие вот таблетки. И еще я купила панангин. Купила панангин. Вот месяц пропью. Вот. Может, надо, может, не надо было. Но... Они такие полезные для сердца, а я сейчас начала в огороде копаться. Вчера вот полдня откопалась, чуть приползла, можно сказать, но пришлось еще, надо было готовить мне. Я приготовила, я сварила суп, сделала это, натушила капусты себе. Ну, думаю, что сегодня... Никуда не пойду. Пойду опять в огород. Пойду с другой стороны. Тоже там почищу. Мусор я сегодня уже сдала. Я немножко листьев собрала в пакет, потому что больше пакетов нет. Обычно мне Вася привозил такие. Он там для комбикорм покупает, для животных, для своих, там для кур, для кого, кто там у него есть. Ну, вот. И привозил мне эти пакеты, а теперь говорит, нету, поэтому приходится вот только теми пользоваться, которые в этом фикс-прайсе купила. А такие прозрачные, в них видно все, а не хотят. Вчера полезла на антресоли, девочки. Я вчера, кроме того, что как готовила, мне захотелось почистить свою вот эту вот штучку. Как она называется, вытяжку. Я ей вообще не пользовалась, мы ее повешали, когда вот я сделала кухню эту. Так, Марина, давай я тебя пока отключу, а то ты мне тут перекрикиваешь меня. Вот, мы ее повешали, когда я делала кухню. Кухню я заказывала по своим габаритам. И вот она висит, я ее никогда не включаю. Иногда включу свет, если надо вот что-то готовить, чтобы полностью свет на кухне не включать, я включаю здесь свет. И вот она все равно такая вот замусоленная какая-то. Вот. Не забрызганная, а просто вот как налет на ней появился. Обычно протрешь, вроде ничего. А тут я ее давно как-то не протирала. Я про нее совершенно забыла. И вот вчера... Вы знаете, что я сделала? Я же купила мыло,
в этом самом фикс-прайсе, хозяйственное, отбеливающее. И думаю, а что бы то мне, может быть, этим мылом и попробовать почистить. Так вот, неплохо, вы знаете, неплохо как-то вот. Но не полностью я ее очистила, потому что я вчера уже устала. Устала в огороде, хотя я и не все сделала, как это надо, но пока кучу эти собрала, кто-то мне пишет, что вы в бочке там, а в бочке у меня есть бочка, и в бочке там что-то наложено. Вася еще ложил то ли досточки какие-то, то ли щепочки, не знаю, что там. Но и я ее все равно в любом случае не притащу от забора, где она стоит. Это мне не по силам, девочки, не по силам мне это совершенно. Ну, и все равно, да, хорошо жить одной, хорошо. Мне очень нравится жить одной. Но когда вот такая вот надо помощь, мужская, которая женщина как бы то не может сделать, было бы мне, конечно, лет 40, было бы я посильней, поздоровей, я бы это и сделала бы. Вот, когда мне надо было, я тут плитку перетягивала, которую невозможно, которую мужики выставляют бордюрами, поднять не могут, а я ее тягала. Все это потом отдается на наших костях, вот, на наших ногах, на наших руках. Так что, молодые девочки, кто меня смотрит, не делайте мужскую работу. Никогда не делайте, не тягайте тяжести, потому что все это потом аукнется. И когда мы уже в возрасте и начинаем, ах, ох, тут болит, тут ножки не хотят идти, тут ручки не хотят это что-то делать. И начинаешь думать, вот нахрена ты это делал, вот это вот все в молодости. Но это только приходит, умная мысля приходит опосля, как говорится. А потом начинай глотать таблетки. Вот. Сейчас я вот эти таблетки все выпью. А ну так вот, к чему я все это вела? К тому, что я полезла на антресоли. А у меня там очень это высоко, над этой вот вытяжкой. Там вот есть отдельный такой, отдельчик такой, в котором стоит то, что на тебя боже, что мне не гоже. Короче, там какие-то травы стоят, банка от кофе, я не знаю, с чем она. И я ее открыла, потому что я все равно залазила чистить на стул. Мне это не по росту, я маленькая, и мне не по росту было сверху это чистить. Я залезла, открыла, посмотрела и нашла вот такую вот кружку. Это, по-моему, Лена, когда на базаре у нас тут работала, когда она со мной жила, давно, или это Ариша покупала, такая вот кружка, которая сохраняет тепло. Я ее вымыла вчера хорошенечко, потому что она вроде бы и стояла, а что-то не хочет открываться. Чего она не хочет открываться? Что за это самое? Хоть и стояла там закрытая, но что-то вот тут вот такая вот открывашка есть. Вероятно, вот через эту дырочку тогда пить надо. И я думаю, что она будет долго сохранять тепло. Наверное, мне так кажется. Она такая двойная. Вот. Я подумала, что почему бы мне не сделать кофе и не поставить его на стол в этой самой беседке. Вот так вот работаешь, работаешь. Потом раз, присел, кофейку попил. Почему бы нет? Ладно, сейчас я выпью таблетки и пойду я делать макияж. Ну как, хоть и в огород я пойду, но как я... Как я просто так? Встала, глаза продрала и вперед. Нет, не могу так. Надо сделать макияж. Включила компьютер, потому что надо же... Так, а что у меня тут отвалилось? Что-то отвалилось. Засохшее, наверное, что-то сбоку было. А он взял, опять выключился. А у меня видео из кусочков. А то, что мне советовал там кто-то из подписчиков, я не нашла. Не знаю.
Аришка напишет, если надо будет сегодня к ней ехать. Так, может быть, она мне там что-нибудь найдет. А я не нашла. Забыла, как на... Даже забыла, как называется. Где-то я тут записала. Иншот. Иншот какой-то. Какой-то иншот. У меня на компьютере Movavi, по-моему. Это мне закачивал мой мастер компьютерный. Вот. Оно как-то у меня отбыло несколько лет, а потом отскочило и не было. По второму кругу пришлось вызывать, чтобы меня закачали. Я уже привыкла к этой программе, мне она очень нравится, она простая такая. Ну ладно, наверное, хватит. Наверное, хватит рисоваться, потому что я никуда не пойду, только в огород, только в огород. Пойду вот там, который на улицу. Я там на улице немножко подчистила. Но все равно все убрать листья невозможно. Во-первых, они еще примерзшие. У кого-то еще снег лежит, и у меня лежит там снег между забором, который дальше. Они так его и не раз это самое не раскапывают, ждут, что сам. Что-то слипшаяся ресница. Получилось. Какой-то некрасивый тут ресничек один. Да, вот так вот я их разбираю. Если тут не получается, если не получается иначе. Хотя у меня есть другой брасматик, там хорошая кисточка, я ее мою периодически и просто ею тогда расчесываю ресницы. Но сейчас тут была одна ресничка, поэтому я так и решила, что просто пилочкой раз и разделю. Вот. Хватит краситься. На уборку так сойдет. И так сойдет. Крем я уже нанесла, тоник тоже. Губы, конечно, надо немножко тоже подкрасить, чтобы не сохли. А то у меня тогда привычка их покусывать и облизывать. А чем мне тут таким накрасить, чтобы чуть-чуточку, немножечко совсем. Вот это остатками помады. Нет, это не остатки. Это не тот номер. Это не тот. Это наоборот новое. Вот остатки. Вот такие вот. Это вот эта вот помада. Вот такая вот фаберликовская. Она очень такая с блесточками, но слабенькая, такая легкая-легкая. Все собираюсь ее вырастить, потому что практически ее уже тут нету. Но иногда вот так вот, когда не нужно выводить и подводить, как это надо, просто вместо, как вместо бальзама. Я тут уже вообще смотрела каталог и подумала, может, мне этот самый какой-нибудь блеск заказать для лета, а не помада. Потому что яркую совсем что-то не очень хочется. Так, что тут я намазюкала? От ресниц намазюкала сверху. Вот. Такой, конечно, очень неудобно. Она не получается ровно по губам. А карандашами я не пользуюсь. Что-то мне кажется, что мне мешает. Вот мешает вот это, если тогда такие огромные губы. Кто-то, наоборот, их выращивает, накачивает. А мне свои мешают, если их много намусолить и обрисовать. Вот, надо причесать немножко. Девчонки, что-то я после того, как стала красить новой этой помадой, что я вам... Ой, помада я уже не о том. А этой самой новой краской, которую на рынке покупала. Коробочка красивая, краска красивая для волос. Но у меня стали
волосы отсекаться. Я первый раз покрасила только корни, а второй раз решила, что мне надо покрасить полностью все волосы, что, ну что там, там они темнее, сверху светлее. Я покрасила всю, все донизу, и у меня стали отсекаться волосы вот эти вот нижние. Как расчешу, так полно на этой самой, на щетке волос. Ну, стали отсекаться. Да, они, конечно, волосы крашеные, волосы, но я как-то вот давно не красила их целиком, все понемножку, потому что краска мне там подошла, это от Фаберлика, а потом ее не стало, и надо было что-то искать. Ну, я у знакомой девочки, но она ж не красится, она откуда она знает, как это все. А так как волосы этими все осветлителями этими. И вот начала я каждый раз, когда расчесываю, смотрю на щетки. Хотя щетка такая вот мягкая, она не выдирает волосы. Расческа у меня вот такая вот, это Avon купленная, такая грабли такие вот. Она, знаете, она вот и не жесткая, и не мягкая. Очень хорошая расческа. Берегу ее, потому что мне она так нравится, она так хорошо. После того, как помоешь волосы, я не могу их оставить высыхать и потом только расчесывать. Иначе будет вот такая вот голова. Вы говорите, там кто-то мне написал, что ой, у вас совсем редкие волосы. У меня волосы не редкие, но вот эта вот нижняя часть уже, которая отросла, у меня же тогда, когда я в больнице лежала и домой пришла, у меня же они отсеклись, были вот такие вот совсем короткие, верхняя часть вся осталась, а все нижние вот эти вот отсеклись. И потом вот все это вырастало, и вот я попробовала выкрасить полностью волосы, и, пожалуйста, они у меня начали вот так вот вываливаться. Я, правда, Аришке уже говорю, она говорит, у меня тоже вычесываются так много волос. Но я считаю, что не до такой степени должно это вычесываться. Короче, я в расстроенных чувствах. В расстроенных чувствах растила. А тот, кто мне советует обрезать, что в моем возрасте уже неприлично носить длинные волосы. Девочки, мои волосы неуправляемые. Вы видите, я вам сколько раз показывала. Вот они. Вот мои волосы настоящие. Вот я помыла вчера голову. Я их не накручивала. Если не на челку я накрутила, она у меня стала гладенькая. Это я не накрутила. Я просто их завязала в хвост вот так вот. Раз. И завязала резиночкой. Вот они у меня. То, что вот осталось после резиночки, они крутятся, куда они хотят. Волос у меня море. Вот, чтобы не сглазить. Вот, если я их на бигуди не уложила, значит, они... Я никогда не пользовалась феном, я никогда не пользовалась плойками, потому что волосы осветляются, значит, они пережигаются. Но вот сейчас они у меня стали вот эти вот концы. Я даже наоборот их делала худей. Я вот так вот скручивала, и у меня есть такой вот станок специально срезать. Вот так, раз, чтобы было, как, знаете, как лесенкой. Вот. А тут вот стали вот так вот. Не знаю, может, скоро вот так понемножку каждый раз. И опять они у меня станут короткие. Но я короткие не хочу, потому что мне удобно. Если они будут короткие, они будут. Их каждый раз надо будет укладывать. Тогда их надо будет действительно, может быть, бигудями или плойками, или чем с ними воевать. А так, вот он, хвост. Раз. Вот как я делаю, смотрите. Не знаю, видно там вам или не видно. Раз. И под резинку. Все. Я заколола, мне удобно. Я пошла готовить, я пошла в огород. Но если, конечно, я куда-то иду, я завяжу обыкновенный хвостик. Я могу заколоть заколкой, тоже поднять, закрутить. Или гульку сделать. И всегда порядок на голове. А если у меня будут отстрижены, они будут лежать так, как хотят. В молодости как-то мне очень хотелось коротких волос. И я как-то даже подстригла, сделала стрижку.
И это была мука, пока они не отросли, пока я не смогла с ними справляться. Мне каждый раз надо было то ли бигуди накручивать где-то что-то, то ли как-то зачесывать, заглаживать, невидимками закалывать, чтобы они у меня лежали так, как мне этого хотелось. Поэтому больше никогда мне не советуйте. Ну, конечно, новые какие-нибудь придут, которые это не посмотрели видео, и будут советовать. Вот. Ну, все, пошла я переодеваться, одеваться потеплее, конечно. Но сегодня мне капюшон не надо, он мне вчера так мешал, мне так было жарко. Я потом уже куртку сняла на улице в одной этой байке, в этой было. Вот. И сегодня уже с утра солнышко, говорят, у нас будет 10 градусов тепла. Вот. Я сегодня даже свет не включала. Вот солнце мне светит, одна щека темнее, другая светлее, потому что солнышко с этого окошка. Вот. Поэтому я сейчас уже пойду переодеваться и пойду, пока с утра с новым желанием, с новыми силами. Кушать у меня теперь есть сегодня на обед. Да, еще что, посмотрела я еще канал. Я тут уже смотрела, утром встаю, я говорю, кофе варю, ставлю перед собой телефон и начинаю смотреть, кто чего там новенькое выпустил. Ну, тех, которых, конечно, я смотрю, не всех подряд. Ну, и вот Оля сказала, как я экономлю деньги, она рассказывала. Говорит, я никогда не покупаю полуфабрикаты. Вот на этом я могу сэкономить, я всегда готовлю сама. А я, девочки, как только я разошлась с мужем, я стала ленивая, я перестала готовить. Я иду в магазин, вот в Ганну, и вижу какие-то полуфабрикаты, там какие-то там эти отбивные какие-то, а это все такое дорогое, там всего очень мало и очень дорого, вот. И я, мне проще вот так вот раз достал, разморозил, пожарил. Оказывается, на этом тоже можно экономить. Я ведь экономная девочка, иначе б я никуда б никогда не поехала. При такой пенсии никуда б не поехала. Ну, раньше я, конечно, работала еще, я подрабатывала. Летом меня просили, то вот пока Люда работала, Люда уезжала, я за нее работала, я работала до того, как я работала у Вали, с которой тоже мы ездили отдыхать. Потом я работала еще у девчонок на постельном белье. Короче, я всегда хватала за все, всякие подработки, чтобы только денег собрать себе, чтобы летом куда-то поехать. Мама была, получила свои евро, что-то у меня вот от ремонта, что-то у меня там осталось. Теперь уже все. Этот раз у меня уже собиралось, вот как я заболела, вот с тех пор я все собирала, как я выздоровела, надо говорить, а не заболела, правда? Вот, все собирала и собирала по копеечкам. Ну, сколько можно собрать, когда получишь, позаплатишь и остается. Вот. Оказывается, можно и на этом. Поэтому я стала есть супы, девочки. Я их не готовила и никогда не любила. Потому что у меня муж тоже не любил супы. И он говорит, я целый день отработал, зачем мне надо вечером уже суп? Я их не варила. Вот. А мама всегда говорила, суп надо варить. Чем еще мужчину накормить? Супом надо накормить. А потом уже кусочек мяса. Вот. И вот я сейчас послушала и думаю, да. Но это я не сегодня послушала, потому что суп я уже тут какое-то время уже начала варить супы. Ну, такие варю, конечно, такие зимой борщ. А уже теперь вот, ну, не знаю, летом захочу ли я их. Картошку жарила. Вчера собирала сырники. А сейчас же вообще масленица, надо было блины печь. Но я вчера сковороду этих самых нажарила, натушила капусты. И тоже суп куриный сварила с крылышками. Так что, ладно, пошла я работать опять. Пошла я опять работать. Вот там уже уберу немножко, а потом вот это вот, не знаю, оставлю. Не знаю, когда Вася приедет, когда он тут будет в городе. Я, конечно, просить его специально не буду, чтобы он приехал и помог, мне убрал. А так, наверное, думает, ну вот, сначала разошлись, а теперь просит, чтобы я тут работал. Поэтому не буду. Приедет, вот приедет в город, зайдет проведать. Тогда и попрошу, скажу, помоги.
Вот так вот. Пока.